Було і на даний момент я думаю, безсумнівний форт номер один донецької команди. Ні, ну такого футболіста я лично давно ждав такого нападаючого в Шахтері. По большому счету, вот даже задатки смотрю я как нападающий, смотрю на него, а последние годы уже завершая карьеру я играл центрального нападающего. Вот. И я смотрю на него, он не делает то, что должен делать центральный нападающий. Он все время находится в штрафной площадке, он хорошо открывается, он чувствует позицию, он может сам решить исход матча. Голевое. Да, чутье голевое. И все время готов под партнера, и готов еще и подыграть даже в штрафной площадке. И корпусом там прикрыть, и все. Он очень хороший. Это только начинающий нападающий. Шахтера давно такого не было центрального нападающего. Обратите внимание, если сейчас режиссеры покажут начало этой атаки.